воскресной школе шел урок библейский. Учитель говорил о Божьем Слове. Он сеял жизнь и семя в душах детских, беря его из кладезей Христова. Вот эта книга вам откроет, дети, единственную дверь в Святое Царство, там вместо солнца наш Спаситель светит, любовь и мир там, вечное богатство. Аминь. Читая эту книгу, каждый будет все чище и добрее становиться, и истину небесную возлюбит, в надежде никогда не постыдится. Аллилуйя. Учитель говорил в примерах ярких, о вдохновенных Божьих сказаниях. Я приготовил вам, друзья, подарки, и каждый может выбрать пожелание. Здесь 10 дней. Столько же конвертов. $100 лежит в конверте кассы. Спросите у души своей совета и получите то, что сердце желает. Учитель, подойдя к окну, молился. Ученики притихли, труден выбор. Вот стал один, конверт скрыл, убедился, и взглядом лишь скользнул по ряду Библии. Возьму и деньги, можно? Ну, конечно. Давно мечтали о велосипеде. Спасибо вам, учитель. Силу поспешно. Мечта в кармане. Скоро буду ездить. Второй последовал его примеру. И третий, и четвертый, и девятый. Последний встал и трепетно поверил. Взял Библию, сокрыл ее в объятии. Стоял мальчишка с Библией желанной, в глазах светилась радость огоньками, хоть радость была в искренности славы, но непонятна была ученика. Учитель с нежностью подростка помнил. Ты выбрал книгу? Почему? Скажи мне. Наказывала мама мне, что помню, что Библия – сокровище для жизни. Аллилуйя. Уж маму нет, но не забылась фраза «Писание сокровищ всяких лучше». Я полюбил библейские рассказы с тех пор, как пересказы мамы служат. Учитель проследился. Друг мой, юный, неприходящее нашел ты счастье. Писание тревожит сердце струны и наполняет их святым звучанием. Тебя я поздравляю с верным стартом. Беспрекословно, славный сделан выбор. Когда садился ученик за парту, конверт заклеенный из книги выпал. Мальчишки увидел удивление, сказал учитель, не ошибка это, за бескорыстие, вознаграждение, прими все содержимое пакета. Из скрытого конверта мальчик вынул купюр $100 счетом 10. Она подростка, словно на картину, с открытой завистью смотрели в дерево. Сказал учитель кротко,
Я был честен. Конверт с такой же суммой, книги, карты. Для шуток, как вы знаете, нет места, когда о вечном говоришь, о важном. Одно из двух вам выборов предлагалось. Чего желало сердце, получили. Пройти через испытания не мало. Вы многому еле научились. Не против были бы начать сначала, теперь, когда известны результаты, и выборы изменить первоначальный, но время, к сожалению, невозвратно. Друзья мои, вам жизнь подарит много заманчивых тропинок и желаний. Запомните, все любящие Бога, хранимы им в горниле испытаний. Мы свои воищи, с Божьей волей, сверяя, согласуйте все решение, а результатом будете довольны и избежите многих согрешений.